Российские стандарты классификации бриллиантов будут соответствовать международным. Об этом сообщил глава Гохрана Андрей Юрин во время конференции, на которой обсуждали вопросы систематизации драгоценных камней. По словам Юрина, пришло время устранить противоречия, чтобы покупатели в любой точке мира могли понимать документы, которые прилагаются к бриллиантам. Благодарен и руководителям международных ассоциаций, лабораторий, которые сегодня приехали. Это именно научно-практический семинар, за организацию которого я благодарен Гохрану и его руководителю. Надеюсь, что мы придем в конечном итоге к тому, что мы сохраним в первую очередь вот эту знаменитую русскую огранку, но при этом сделаем так, чтобы особенности и спецификации этой русской огранки были понятны для любого покупателя в любой точке света. Российская промышленность, как алмазодобывающая, так и ювелирная, очень важны для всего мира. Это касается и качества продукта, и квалификации российских специалистов.